így ment ez a teljes győzelem, a teljes diadalmas vég. Megszerezni, meglontani, meglontani, megszerezni. De mondhatom magának, másképp is akarja. Vagy hozzáérni, meglontani és megszerezni meg. Vagy hozzáérni, megszerezni és így rontani meg. Ez ment. Évszázadokon át, ment, ment és ment. Csak el ment. Mi a süttyomban, mi a durván, mi a finoman, mi a brutálisan. Ment, ment, csak ment. De mindig csak egyféleképpen. Ahogy a patkány mar a lesből. Mert tudja, ez a tökéletes győzelem, ez kellett az is, hogy az ellenfél, hogy mondja magának. Tehát minden, amit kiváló, nagyszerű, valahol. Nemes, érti? Ne bocsátkozzon eleve semmiféle hazba. Ne legyen semmiféle küzdelem. Csak az egyik félnek a hirtelen eltűnése. Márpedig a kiválóan, a nagyszerűen, nemesen.
Это был трагический вид. Возможно, и прям изначально обреченный. Роковая и прекрасная наша участь заключалась в том, что мы стремились прыгнуть выше самих себя. Быть лучше, чем было положено нам природой. Мы находили в себе силы сострадать. Хотя это противоречило законом выживания. Испытывать чувство собственного достоинства, хотя его всегда топтали. Создавать шедевры искусства, сознавая их бесполезность и недолговечность. Мы находили в себе силы любить. Господи, как это было трудно! Ибо неумолимое время придавало тлению и тела, и мысли, и чувства. Но человек продолжал любить. И любовь, создавая искусство. Искусство, которое запечатлело нашу неземную тоску по идеалу, наше бесконечное отчаяние и наш вселенский крик. Одиноких, мыслящих, вообще холодных, безразличных.